пятницу утром в Орле на улице Гагарина произошло ДТП. Столкнулись Рено Логан и Киа Спектра. Рено выезжала с платной стоянки на Гагарина. Водитель не заметил двигавшуюся в сторону центрального рынка Кию. Удар пришелся по касательной. Человек, сидевший за рулем корейской иномарки, пытался уйти от столкновения по встречке. После касания о перед Рено Кию выбросила на тротуар и затормозила она о фасад дома. Пострадали в этой аварии только машины. Среди людей жертв и раненых нет.